Смотрите. Смотрите. А, значит, смотрите, вот эти птички. Видите? Видите? А, это скворцы, или как называется, скворцы. Они прилетают из Африки. Вот там, ну, я не знаю, с врагом. Болгарском. Они прилетают из Африки. Они вот они съели абсолютно всю вишню. Это, я думаю, это вишня. Вишня. Ее съели абсолютно. Смотрите, какая она красивая, красная. Звук такой. Вот сахар. Так что если человек фермер, это напасть тотальная. Конечно, у нас есть такие косы, blackbird, не знаю как называется, на кос такие черные, местные такие птички, которые не мигрируют ни в Африку, ни мигрируют, стоят здесь и весь зимой стоят здесь. Но скворцы мигрируют. И просто какой шум. Вот стоит там. Ну это кос, да, да, это кос. Blackbird, он кофявый. Но все-таки он... Это не скворец. Скворцы такие... Пёстрые. А может быть и скворец, я не знаю. Нет, не думаю. Ну вот. Ну, хорошо. Хотел вам показать, как они кушают вишни. А это особняк старый. Надо его надо снести и построить что-то. Но он частный. И наследники где-то в Канаде, я думаю. И никто не живет. Крыша попала. Там участок не можно... Ну, это вишня не можно эксплуатировать, так сказать. Мне не может ее есть. Ну, хорошо, пока.